Привет, YouTube, с вами MDemon. В этом ролике я вам покажу мою задумку, которая, возможно, появится в игре Hearthstone, а может быть и нет. Это возможность просмотра своей игры, возможность просмотра повтора. После того, как мы зайдем в данное меню, мы сможем увидеть персонажей, кем и против кого мы играли, дата и время, и, конечно же, посмотреть сам матч. Я думаю, всем будет интересно посмотреть на свои ошибки и на ошибки своего противника. Возможно, чему-то научиться. Если данная идея вам понравилась, поддержите лайком. Всем пока. Увидимся.